Но вот наш кинокорреспондент решил побывать в другой, подольской машино-тракторной станции, которая по ремонту тракторов занимает в области 115 место. Ну что ж, очень хорошая МТС. Почему же она на плохом счету? Посмотрите, сколько здесь скопилось тракторов. Они еще только ожидают ремонта. Чем же заняты работники МТС? Трудно ответить на этот вопрос. Во всяком случае, с работой, как видите, здесь не спешат. Да, действительно. Один работает, а пятеро наблюдают. В приятной беседе быстро летит время. А почему машина не в гараже? Ведь их заносит снег. Да, и в гараже не лучше. Странно. Ничего удивительного. Здесь всегда гуляет ветер. Так построил этот гараж трест номер 4 главмоспромстроя. А вот еще один гараж. Зайдемте сюда. Откройте, пожалуйста. Нет, тут одному не справиться. Видно, и здесь без техники не обойтись. Большие неполадки у вас, товарищи из Подольской МТС. Надо их быстро устранить.